тут попался ланчбокс. Посмотрим, что в нем. Так, это что такое? Карта. Еще пуста. Вот ланчбокс. Открыть здесь. Ну давай. Крышки. Симулятор. Обрез. Микроскоп. Крышки. Обрез, значит, попался. Так, надо кого-нибудь отправить. Вот от тебя. Отдать ей обрез. Нет. Что-то я как-то, ну, что-то и не то сделал. Разведка. Отправься тоже на разведку. Я тебе оружие дал, значит, отправься. Ты точно выживешь. А не то, что эти два болтуса, которых я отправил в прошлой серии. Ты-то с дробашом. Далеко уходить не буду, на всякий случай. Угу. Так, пока что жителей нету. А двоих мы отправили просто так на верную смерть. На разведку якобы. Так. Ну, давайте тогда вас отправим обоих в столовую. В эту. О. Еще энергия. Опаньки. Уровень второй. Крышечки. 14 жителей. Так. Кладовая. А кладовая у нас есть? Станция, столовая, генератор, комната нет. Значит, давайте строим кладовую. Давайте здесь построим. Потому что не хочется как-то сначала особо глубоко туда вниз и в гору. Кладовые можно увеличивать, ага. Улучшим. Так, улучшим жителя. Все, крышечки. Мало пищи. Что за бред? А, да. Ваш самый важный ресурс — это энергия. Чем больше у нас комнат, тем более энергии.
Что если еще одну генераторную построить? 125. Вот. Да ёкарный бабай, уже первая пошла. Первая комната отключилась. Чёрт, из меня просто плохой экономик. Тогда... Ладно, смена. Принимайте смену. Нужно строить еще одну генераторную. Ресурсов-то нет. 125 крышек-то. Так, а это у нас что? Ага. Гарри, Дороти. Генератор. Значит, нужен еще один генератор построить. Генератор, ну еще одну и все. Так, свет есть. Так, что-то розетка как-то долго молчит. Неужели с дробовиком и не справился? Кабинет смотрителя. Что же там можно еще? Станция, кладовая, медпункт, лаборатория, кабинет смотрителя. Так, медпункт, лаборатория. Сначала медпункт. У меня, значит, сколько жителей? Жителей 12 из 16. Так, что тут исследует? Исследует пустошь. Так, может, что у нас там написано? Пустошь здесь не так уж и плохо. Может, нам всем стоит выйти из убежища? Повстречался персонаж беглый раб. Этот беглый раб ранен в ногу. Также найдено 25 крышечек. Отозвать. Не будем жертвовать. Отозвать. Опять энергии мало. Да чтоб вас... Зачем мне вода? Мне энергия сейчас нужна. Электрическая. Так, я их отозвал. С небольшими, конечно, ресурсами. Они должны сейчас прийти. Прийти. Так, есть. Нет, нету возможности построить электрогенераторную. Так. Будет так.
О, вот пролетит столовая. Можете отдохнуть из склада. Мы будем ожидать экспедицию. Черт, первая пошла. То есть вторая пошла на этот раз. Черт вас побери. О, есть. Теперь надо лишить. Опять проблема. Да что? Что ж ты будешь делать? Еще один ланчбокс. Открыть. Микроскоп, пища, оружие, крышки, житель. А вот этот новый житель. Джулс Шеф. Можно еще одну генератор построить. Мы его построим. Давай, пожалуй, здесь. Этот Джейсон пускай. Этот прототип Джейсона пускай тут там и поработает. Теперь насчет. Так, мне очень нравится с тобой общаться. Ага, значит, детишки сейчас у нас будут. Хе-хе! Фига себе! Да. Ну вот. О такой жизни можно только мечтать. Не то слово. Починить в подушках. Так. Итак, у нас будет скоро первый ребенок тут. Давайте еще кого-нибудь. Так, пускай это и этот. Этот пускай идет туда работать, а она остается в комнате, дабы. Ну, зачем ей бе. Как она может беременной работать-то? Ну, сами посудите. Бред какой-то полный, да? Такс. Пока что все чики-брики. Выживших новых нет. При провале ускорения или же просто сами по себе находятся в комнате, где случилось, автоматически начинают при. Продолжить. Какие проблемы? Что случилось? Черт вас!
побери! Так. Так, она... Так, эти двое... Ага, все в порядке. Думал. Так. Не нужно. Назад. Так, значит, отправляем парочку в вот эту свеже... Собрать. Собрать. Так, ага, они возвращаются в убежище. Мы должны отправить их срочно на склад, дабы не позволить опять вторжение этих мутантов. Слышь? Так, энергии мало. Может, еще что-нибудь можно построить? Станция обработки воды только. Ну, возможно, потом откроем медпункт. Ладно, ребят, на этом у меня все. Это очередная такая серия, в которой я вообще вау просто. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем.